Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик, на канал о красоте, уходе за собой и еще немножечко больше. Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я хочу посвятить видеоролик волшебному периоду времени, это подготовка к Новому году. И да, как вы поняли, я сегодня буду с вами разговаривать о подарках, о том, что купить, как выбрать, как подобрать и все вот эти тонкости. Но не думай, я не буду сейчас тебе прям рассказывать и иди покупай вот это вот, либо иди покупай вот это вот. Я тебе просто в общей форме расскажу, на что можно сделать акцент, как подобрать, как выбрать, ну, какие-то свои лайфхаки. В общем, если тебе интересно данное видео и тебе эта информация каким-то образом будет полезна, усаживайся поудобнее, бери же кружечку чая и поехали смотреть, что я для тебя сегодня приготовила. Я, наверное, отношусь к тому типу людей, которые когда-то вот прям очень сильно запаривалась. Прям вот сказать слово «запаривалась» — это ничего не сказать. Я настолько мучилась и выбирала, приходя в магазин, выбирала подарки, думала, что же выбрать, как же подобрать, какой действительно будет подарок лучше. Но по прошествию лет я могу сказать, если вы сидите и думаете, что же лучше подарить вашему самому близкому человеку, это вашей супруге, вашей сестре, вашему брату, папе, маме, если вы думаете, что им подарить и ломаете всю голову, наверное, вы их очень плохо знаете, потому что зачастую тех людей, которых мы очень сильно любим, и мы постоянно с ними находимся в контакте, и они нам дороги, мы их изучаем, ну, если не полностью, на 70% точно. Мы знаем их увлечения, мы знаем их предпочтения, мы знаем их вкусы, мы знаем, что им не нравится. Ну вот, собственно говоря, вам карты в руки и действуйте. Если вы думаете, что подарить вашей маме, то знаете, наверное, самый лучший подарок в первую очередь это будете вы. Если вы живете далеко, если вы редко приезжаете в гости, вы просто сделаете приятно, если вы будете в гостях, а если вы сделаете какой-то презент, даже незначительный, то, думаю, ваша мама, ваши родители будут максимально довольны. Всем девочкам, всем женам намного проще сделать подарок, потому что, мне кажется, все мужчины в процессе жизни со своими женами, со своими девушками уже давно знают, что мы хотим, потому что, ну, так или иначе, мы будем ходить весь год и говорить, что мы давно очень сильно хотели, что нам очень сильно нравится, какой-то очень сильно желаемый подарок, и тогда, в принципе, да, вы можете сделать. Но всегда, если у вас очень большой, хороший достаток, по большому счету никогда не возникает данного вопроса, что подарить, и вы не будете гуглить, искать там где-то в интернете какие-то советы. Стоят люди, у которых минимальное количество бюджета предоставлено на то, чтобы сделать подарки, они мучаются и думают что-то подарить. Я сегодня для тебя подготовила топ своих любимых интернет-магазинов, где ты можешь, собственно говоря, вот сейчас, сидя на диване, либо в офисе, либо едешь в машине, в маршрутке, ты можешь зайти в эти интернет-магазины, выбрать подарки, я тебе еще дам, конечно же, скидочки, чтобы ты обязательно сэкономил свой бюджет и что-то еще вкусненькое купил, потому что, мне кажется, в новогодние праздники, независимо от возраста, от пола, самый интересный подарок, ну, лично для меня, вот если мне принесут подарок мешок конфет, знаете, я буду прям сидеть очень-очень довольна, и когда-то очень давно мой будущий супруг запечатлел тот момент, когда я действительно распечатывала подарки, именно детские конфетные подарки, и их трескала. Мой супруг, по крайней мере, знает, что мне можно подарить помимо какого-то основного подарка презента, хотя я его никогда к этому не побуждаю, с учетом того, что не приходи домой, и без подарка на Новый год это как-то очень плохо. Нет, я к этому отношусь очень всегда спокойно, и если я нахожу под елкой помимо сладкого подарка какой-то еще подарок, знаете, я правда радуюсь, мне это очень приятно, но сладкий подарок — это символ Нового года, ну, не знаю, как для вас, по крайней мере, для меня это точно. Ну, так вот, что же можно подарить своей маме, если вы мужчина, молодой человек, сын, брат, и вы думаете, что же ей подарить, что же подарить своей маме, своей сестре, своей, я не знаю, любимой, и вот уже все там, и по ванной походил, и по комнате походил, и повыбирал, и по разным магазинам поездил, я тебе оставляю ссылки на магазины, где помимо того, что ты можешь выбрать сертификаты, да, это, кстати, очень неплохой подарок, когда вы можете своей супруге, маме, сестре подарить, помимо сладкого подарка, какого-то красивого оформления конфет, вы можете, собственно говоря, еще
туда воткнуть как открыточку с поздравлением, это сертификат на любую сумму, и мне кажется, ваша мама, ваша сестра, ваша теща, свекровь, они точно решат, что им нужно, и с подарком вы точно не попадете. Но если вы же все-таки задумались, что вы хотите, и вы не хотите дарить сертификаты, поверьте, есть магазин, называется «Время подарков», ссылочку оставлю именно там. Вот там это раздолье для женщин. Вы можете просто туда зайти, даже элементарно вбить какие-то возрастные пороки, и вам выдаст этот интернет-магазин, какие подарки там есть, они полностью собраны. И поверьте, они придут в целости и сохранности, и приходят они максимально быстро. Но я, по крайней мере, делала себе там небольшой подарочек, заказ. Заказ пришел очень-очень быстро, и мне они даже подарили промокод, поэтому я хочу с вами поделиться ими. Но, к сожалению, от этого промокода я никакого плюса иметь не буду, но зато от меня вам будет такой маленький подарок. Что же еще я могу вам посоветовать? Если у вашей спутницы, у вашей мамы, у вашей сестры, у вашей сестры и у вашей дочки, по крайней мере, есть на голове волосы, никогда не будет бесполезным подарком маски. Сегодня я для вас покажу свои любимые маски, я могу смело порекомендовать вам их покупки, и поверьте, они вам будут дико благодарны, это будет чисто символично. И я вообще считаю, что подарки на Новый год, это не значит, что вы должны принести шубу, машину, ключи от квартиры, либо что-то такое, знаете, колье с бриллиантами, и никак иначе. Мне кажется, все-таки Новый год — это время чудес, это символические подарки, это символическое внимание, которое прежде всего должно быть проявлено. Подарок — это именно вы, когда вы находитесь рядом. Вот это будет основной подарок. Независимо, где бы вы находились, как бы вы ни были, всегда, ну, для меня, по крайней мере, Новый год — это семейный праздник, и если вы Новый год встречаете с семьей, это уже огромный праздник для вас самого, и самый огромный подарок, и, собственно говоря, для ваших спутников. Заходите в интернет-магазины, и да, какие интернет-магазины я для вас сегодня приготовила. Первый интернет-магазин, который мне очень нравится, их ассортимент, их политика цен, и вы там можете выбрать все. Вот поверьте, от самого бюджетного подарка до извращенного какого-то, знаете, очень-очень дорогого, там полностью продаются комплексы косметики, выходят за собой, вы можете просто, еще раз говорю, вбить возрастные ограничения, и вам, собственно говоря, выдадут подарки, вы их просто оплачиваете, и они к вам приходят. Возможно, вы можете им еще сказать, чтобы они вам их красиво упаковали, они вам их еще красиво упакуют. Есть еще один интернет-магазин недорогой косметики, но очень качественный, и я думаю, то, что ваши спутники, ваша спутница, ваша жена, ваша мама, ваша свекровь, они будут очень-очень довольны. Это магазин называется Jurassic Spa, либо интернет-магазин Nano Organic. Ребят, вот ну просто, там такое раздолье качественной косметики, вы точно подберете для себя что-то очень-очень интересное и полезное. Но я, наверное, как бьюти-блогер сегодня вам буду говорить именно о подарках косметических, потому что самые такие символические подарки, мы всегда над ними смеемся, но они всегда нам оказываются нужными, это именно уходовые средства, а качественные уходовые средства — это всегда очень здорово. Есть еще один магазин, который очень мне нравится. В этом интернет-магазине присутствует очень много корейской косметики, профессионального ухода, также присутствуют парфюмы, и если вы знаете, какой парфюм любит ваш молодой человек, ваш папа, либо ваш супруг, ваша жена, мама, свекровь и теща, подруга, коллега по работе, там вы точно подберете, или какие-то минимальные подарочки, даже чисто символические на корпоративы вы точно наберете, поэтому вы не попадете в просак, поверьте мне. И это интернет-магазин belloris.ru. Я с этим интернет-магазином познакомилась сравнительно недавно, я познакомилась только летом 2018 года, и этот интернет-магазин мне по-настоящему понравился, он мне запал в душу, и всегда у меня прям уже традиция сложилась, то, что практически там раз в несколько дней я захожу к ним, смотрю, мониторю их скидки и закидываю себе самые интересные позиции, конечно же, в корзину, и когда я вижу самую наилучшую цену, я их, собственно говоря, покупаю. И да, если вернуться именно к подаркам, я могу вам сказать, и мой, наверное, самый главный совет. Во-первых, перестаньте мучиться и кипишить, потому что праздники, новогодние праздники, преддверие такого праздника, это должно быть спокойное приближение свежего Нового года, свежего календарного нового года, и не надо его встречать с бешеными глазами, суматошно бегать по магазинам, знаете, с криками, и когда вы 31 числа просто блюхнетесь за стол и скажете:
фух, успел, но поверьте, это будет уже не праздник. А когда вы это все делаете потихонечку, это будет намного интереснее вам и будет намного приятнее вам, когда вы сядете и будете дарить какие-то подарки. Не забудьте про сладкие подарки, мне кажется, вы точно не пропадете в просак. Вот поверьте мне, ваш тот человек, которому вы дарите, он останется доволен. И да, есть такие люди, которые к Новому году готовятся еще, наверное, в июне. Но вот у меня сегодня до Нового года осталось около 3 недель, поверьте мне, даже 2 недели. У меня нет ни одного подарка, у меня нет кипиша, но я знаю то, что сегодня я зайду в эти интернет-магазины, и всему своему окружению я точно подберу подарочки, все будут довольны. Ну а какие-то сладкие подарки я могу спокойно пойти купить в супермаркете конфеты, либо чисто символические какие-то сладости, и подарки будут вот такие. И мне кажется, все мои знакомые, друзья и близкие, они будут безусловно рады. Надеюсь, данное видео для вас было интересным, полезным, информативным и максимально лайтовым. Я решила для вас сегодня снять абсолютно легкое видео и немножко информативное. Надеюсь, вы со мной провели весело время, немножко посмеялись и какие-то для себя полезности почерпнули. Не забывайте оставлять комментарии, поддержите меня пальчиком вверх, мне это будет очень и очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. И, конечно же, не забывайте про мой инстаграм, там в сторис у меня влоговая часть моей жизни. И, конечно же, на регулярной основе я с вами делюсь какими-то своими обзорами на единичные позиции товара, которыми я пользуюсь. Я вас всех люблю, целую, не переживайте, все получится, и найдете свои подарки, и обязательно ваши близкие, родные люди будут довольны от того, что вы им уделили внимание. Помните, главное не подарок, а внимание. С вами была ваша Ирина, берегите себя и своих близких, увидимся в скором будущем новом видео, и всем пока-пока!